прекрасное воспоминание про школу. Это, говорят, как единственное лучшее, что есть у человека в этой жизни – школа. Потому что, как правило, с 1 по 6 год ребенок мало чего помнит, а все остальное начинает складываться в то, что школа заложила. Он это все потом и несет всю жизнь. Человек живет всегда только детством, а школа – это детство, и всегда тянет его туда. Конечно, бы хотелось, потому что школа – это единственное светлое пятно в жизни. Наверное, это прежде всего детство, юность, самое хорошее. В школу хотелось вернуться всегда, потому что самое светлое, самое такое доброе было в школе. Я и до сих пор хочу, я вообще обожаю свою школу. До сих пор. Ой, я вообще сама хотела быть учительницей, но, к сожалению, жизнь повернула так. Но у меня сын учитель. У меня сейчас двое детей в школе учатся. Я считаю, что раньше, значит, раньше хулиганов в школе было больше, как мне кажется. То есть дрались район на район, там вот это все. Вот сейчас, там, где учатся у меня дети, все-таки, там все сейчас более как-то презентабельно. Самые приятные. Они у меня были с детства и продолжаются до сих пор, поскольку я сама работаю в школе. Так что для меня каждое 1 сентября – это праздник с особым таким трепетным чувством воспринимаю.